Привет всем. В этом ролике я покажу зажигалку Rodan Glory. Rodan — это голландская фирма, а Glory — это название данной модели. Приобрел зажигалку во Франции в сентябре прошлого года. Весит она 59 грамм. В конце ролика я вставлю фото с ее весом. Состояние зажигалки я оценил бы по 5-бальной шкале на 4 с плюсом. Корпус зажигалки латунный с хромированным покрытием. На обеих сторонах зажигалки нанесено гелиширование в виде мелкой квадратной сетки. На этой стороне зажигалки имеется прямоугольная область, не затронутая гелишированием, она гладкая. На эту область можно нанести гравировку в виде инициалов или чего-то подобного. На нижней части зажигалки мы видим надпись Rodan Glory. И патент, его номер 425-080. Раз уже показал нижнюю часть, то быстренько пробегусь по обслуживанию зажигалки. Здесь она заправляется бензином. На заглушке имеется надпись Fuel Here, что означает топливо здесь или сюда. Это винт, поджимающий кремень. Ясно, чтобы заправить эту зажигалку или поменять на ней кремень, придется воспользоваться отверткой. Если такого под руками нет, то можно использовать монетку. По внешнему виду и по размерам зажигалка очень похожа на Zippo. Но у этой зажигалки совершенно другая конструкция. Чтобы зажечь Zippo, нужно открыть верхнюю крышку, прокрутить колесо. Это зажигалка автоматическая. Верхняя крышка у нее подпружиненная. Вот на этой оси находится пружина. Крышка находится в заблокированном положении. Вот место фиксации. По принципу зажигалка сквизы, то есть боковое нажатие или сжатие. И при небольшом нажатии верхняя крышка выходит из зацепления, и под воздействием пружины откидывается. При дальнейшем нажатии этой кнопки через зубчатую передачу открывается вторая малая крышка, которая закрывает фитиль. Прокручивается колесо, высекающее искру, и зажигалка загорается. Да, еще по обслуживанию немножко. У этой зажигалки ветрозащита подъемная или сдвижная. То есть, если ее отвести в сторону, то мы получаем легкий доступ к фитилю. В процессе использования обычно фитиль подгорает, становится короче. Его приходится вытягивать, подрезать. Здесь это можно сделать очень легко. У Zippo при такой вот ветрозащите, которая не поднимается, это сделать довольно проблематично. Но когда боковая кнопка отпускается, зажигалка автоматически закрывается и гаснет. Верхнюю крышку нужно закрыть уже вручную. Крышка блокируется и остается в закрытом положении до следующего нажатия этой кнопки. Ставьте лайк, если вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подпишитесь на мой канал, не забудьте. Тогда вы сможете увидеть другие мои зажигалки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем удачи!
зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть. Зажигалки моя страсть.